И всем привет, с вами я, Матвей и Лёха. И сегодня мы снимаем вашу любимую рубрику «Как сломать таких вот красавчиков». Сюда, и подойди сюда. «Как сломать вот таких вот красавчиков». Если вы видите, мы имеем нового кандидата на разломание. Посмотрите, какой он упругий. Еще две красивые ручки. Посмотрите, большой. Как вы видите, большой кандидат, да, с большим хозяйством. И сегодня мы будем его ломать. И сейчас вы видите нашего кандидата, нашего ассистента Леху, с которым мы будем это делать. Да. Мы сделали ему красивое хозяйство, дырочку в районе носа, да, и еще поставили два красивых глазика, чтобы он казался больше похожим на человека. И если вы наберете 10 тысяч лайков под этим роликом, мы сделаем новый ролик для вас в этой же рубрике. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, а мы начинаем. Ты шо, Лёха, такой жесткий, такого снеговика. Разъебали. Ох, ты шо, ты шо. Поставим ему немножечко. Ох, ты шо, чё он падает? Как видите, ребята, он падает. Он не хочет устроиться. Это была его голова. Сейчас она сломается. Она сломалась. Ребята, если вам нравятся такие ролики, ставьте, заходите под ролик, ставьте лайки. А мы будем снимать такие вот рубрики. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, нажимайте колокольчик. Даже если вам не понравился этот ролик, ставьте лайк. Если понравился, тоже ставьте лайк. Это все решает, понимаете? Если вы будете ставить лайки, мы будем в рекомендациях, наши ролики будут залетать, понимаете? Мы будем зарабатывать много денег. Мы будем на вас делать бизнес. Всем от них, кончай уже. Так что, всем удачи. Сейчас коронавирус, перед коронавирусом. Все, я вырубаю. Хорошо, до свидания, ребята.